Вот наш магазин. Магазин Мария Кухон. И вот за нами все полыхает. Надеюсь, до нас пожар не дойдет. Но спать этой ночью мы не будем. Вот еще раз покажу вам. Горит помещение техническое за нами. Не у нас, за забором. Там были склады. То ли производство лакокрасочного, то ли еще чего. Вот оно полностью горит. Пожарные тушат. Спишь в час ночи, и тут звонок, просто слово пожар, и ты дальше ничего не слышишь. Срываешься на место. Тут еще как бы улица была перекрыта, людей не пускают. Это, кстати, панно Ленина в огне. Ну, за ним здание, оно почти полностью выгорело. У нас нет света. Я думаю, что работать пару дней не будем. Это вот сейчас улица Большая Бульварная. Ветер дует в ту сторону. Вся гарь, дым в ту сторону уходит.